Здравствуйте, мальчики и девочки! Сегодня мы будем с вами рисовать натюрморт. Называется он чайный. Чайный натюрморт. Будем рисовать большой самовар. И все к чаю. Вкусное, да, чтобы уютно нам стало так вот дома в эти осенние дни. Итак, мы берем большой лист, нам понадобится формата А3, потому что нам нужно будет много предметов рисовать. Большой самовар нужно будет рисовать. Поэтому и лист мы берем большущий. Гуашевые краски, вода, кисти, простой карандаш, эластик нам понадобится сегодня. Итак, мы начинаем. Сначала вот сбоку, вот здесь, мы нарисуем большой самовар. Для этого посередине нам нужно будет нарисовать или круг, или овал. Вот такой большой. Самовар, он самый большой из всех предметов, которые у нас будут. Поэтому с этой стороны листа мы рисуем огромный круг. Огромный круг. Хорошо. Сверху над этим кругом мы подрисуем, внизу здесь вот от круга мы подрисуем две линии вот такие, и снизу эти линии соединим небольшой дугой, вот так, небольшой дугой. Теперь вот эту линию, которая от круга, надо стереть ластиком, вот так. Здесь подставочка у нас под чайник, поэтому мы ее, посмотри, как будем рисовать, вот такими вот как будто мы замок рисуем выступами, вот такими. Сверху обычно на самовар ставят чайник круглый, вот он в эту заварочный чайник. В самоваре у нас кипяток, а заварочный чайник у нас вот здесь будет, он небольшой, поэтому мы рисуем кружок вот здесь, кружок. Сверху подрисовываем дугу вниз и дугу вверх. Крышечка от чайника. И на этой крышечке вот такая маленькая еще ручечка. Вот эту линию стираем от крышки. С одной стороны чайника ручка. Смотри, как я рисую. Такую дугу подрисовываю. И еще одну ручку у чайника. А с другой стороны носик у чайника. Смотри, как будем рисовать. Вот так вот сначала в сторону, потом вверх наискосок. И вот так подводим. И здесь тоже пошире, да, берем. И носик, он вот сюда сужается. Вот так. Две линии такие. И заканчиваем мы вот таким уголочком. Носик у чайника. Носик у чайника. Теперь продолжаем самовар рисовать дальше. Внизу точно так же мы рисуем подставочку. Стоит сначала две коротенькие линии, пошире. Теперь мы в сторону вот так вот делаем, как плечики. Как будто шея и плечики, да? И еще раз вниз. Такими же зубчиками подрисуем внизу. Квадратиками такими, незаконченными. На ножке и на подставочке вверху нам нужно подрисовать будут вот такие прямоугольные дырочки. Просто прямоугольнички подрисовываем. Вот так. И сверху. У самовара тоже есть ручки, за которые его берут и ставят на стол, потому что он же горячий. Поэтому мы подрисуем вот такие просто прямоугольнички по сторонам. Теперь смотри, как мы делаем. Ручка же, она имеет форму, да? Вот мы сюда продолжаем. Да, продолжаем. И вниз еще подрисовываем.
То есть у нас получается, ну, чтобы можно было брать. Вот тут тоже можно подрисовать. Вот так. Ручки у самовара. Носик, кранчик, из которого льется чай. Смотри, я беру внизу от круга в эту сторону прямую линию вот так в сторону. Еще одну прямую линию в сторону. Здесь закругляем. Сюда поворачиваем вниз кранчик. Вот так. Вот эту линию стираем от самовара, да, которая перекрылась у нас. Хорошо. Подрисовываем вокруг с этой стороны крана кружочек. Ну, что он закрепленный, вот такой он будет, да? А вот здесь сверху кранчик нужно, потому что его нужно открывать, закрывать. Мы вверх делаем палочку вот такую. И делаем в сторону. В эту сторону, как бантик, в эту сторону кранчик. Сам самовар пока все достаточно. Теперь мы под этим кранчиком нарисуем чашку. Смотри, как рисовать чашечку. Рисуем длинный овал. Вот такой длинный овал. Вниз от этого, от краев овала мы рисуем вот такую вот дугу. Дугу. У чашечки всегда здесь есть небольшая такая подставочка, как будто бы, ну, ножка такая, на чем стоит чашечка. Мы ее вот так подрисовываем. Сбоку у чашки мы рисуем такую же ручку, как у чайника. Дуга и еще одна. И внутри чашки, вот здесь, мы подрисуем уже налитый чай. То есть мы подрисовываем вот так вот чай. Хорошо. А здесь мы нарисуем с тобой тарелочку со сладостями. Мы теперь рисуем тоже овал, только больше. Тарелочка, она больше, да? Мы рисуем вот такой вот большой овал. И теперь тоже дугу, только не такую глубокую. Тарелочка у нас будет небольшая, да? Поэтому мы рисуем вот такую дугу, подрисовываем вот здесь. И маленькую-маленькую вот здесь вот подставочку. На нашей тарелочке будут лежать конфеты. Посмотри, как рисуем конфеты. Рисуем вот так наискосок прямоугольник. Теперь толщину конфетки. То есть мы рисуем вот так вниз со всех сторон. Параллелепипед такой у нас получается. И соединяем. Теперь нам нужно... Это такая шоколадная конфетка. Треугольничек с этой стороны подрисовать. И треугольничек с этой стороны подрисовать. Внутри треугольничка стереть лишние линии. Одна конфетка. Вторая конфетка будет лежать вот такая вот овальная. Вторая конфетка. Круглая конфетка. Ну, еще такую же хочу нарисовать, прямоугольную, в эту сторону будет лежать. Значит, рисуем параллелепипед и треугольнички с этой стороны и с этой стороны. Так, хорошо. Отчерчим, где у нас стол. Это все стоит на столе же, да, не в воздухе висит, вот так вот. Рисуем до самовара линию и дальше. А здесь у нас будут висеть сушки.
на веревочке сушки. Знаешь, что такое сушки? Это такие маленькие колечки. Сначала мы нарисуем, давай, саму нитку, на которой висят сушки. И нарисуем вот такие вот овалы с кружочки внутри с овалом. Ой, внутри с дырочкой, да? Сушки. Еще одну такую же нарисуем нитку. И еще нарисуем сушки. Вот так. Чайный у нас натюрморт готов. Мы можем его раскрашивать. Мы можем его раскрашивать. Сегодня, значит, мы можем сделать так. Мы будем не смешивать в палитре, а сразу на листочке смешивать. Выбирай цвета для фона. А нет, давай сначала самовар сделаем. Значит, на самоваре мы ставим черненькие точечки. Самовар у нас будет серого цвета. Черные точечки на самоваре ставим. Вот в этих местах немножко можно поставить, вот в этих. На кранчике, на ручках. Промываем кисточку, берем белую краску чистой кистью и размазываем эти черные мазочки. То есть мы все-все-все закрашиваем, потом мы это подрисуем. Если даже линии какие-то закрасились и стали не видны, мы это обведем потом фломастером. Так. Обязательно, когда ты макаешь белую красочку, нужно кисть промывать, чтобы нам не пачкать в баночке белую краску. И кранчик, можно тоненькой кисточкой закрасить кранчик. И ручки полностью закрашиваем. И вот эти вот. Давай прям тоненькую возьмем кисточку, потому что я думаю, что такие вещи тоненькой кисточкой удобнее будет раскрашивать. То есть оставляем вот эти вот дырочки квадратные, не закрашенные. Но мазочки нужно растереть очень хорошо, чтобы они не видны были мазочками. Поэтому прям хорошо растираем. И внизу вот эту подставочку у самовара. Значит, самовар, он блестит. Поэтому нам надо взять белую краску и кое-где на самоваре вот так вот вниз сделать такие вот блики. Блики. Можно это сделать и на ручках, и где-то вот так вот поставить бличок беленький. Хорошо, достаточно. Так, после самовара мы выбираем, какого цвета у нас будет фон. Можно разными цветами фон раскрашивать, несколько цветов использовать. Значит, я хочу прям взять яркий такой, красный, чтобы было у меня прям настроение такое радостное. Поэтому я ставлю на фоне красные такие мазочки. Туда же добавлю оранжевеньких мазочков.
оранжевеньких. Туда же добавлю желтеньких мазочков. Но каждый раз промываю кисточку. Добавлю желтеньких, такой, чтобы получился радостный цвет. Вот. И теперь беру много, видишь, я поставила очень много. И теперь, что-то даже не знаю, может быть, и не делать с белой, а прям вот так размазывать эти мазочки. Нужно вокруг, ну, можно белую взять, хочешь, если как мы обычно делаем, да, и перемешивать. То есть вот мы теперь растираем эти мазочки вокруг предметов до стола. До стола это делаем, да. Если хочешь, можешь без белой. Просто брать цвета из баночки какие-то и раскрашивать фон. Пусть он будет яркий, например, да? Фон этот можно сделать любого. Или светлый, или прям яркий из баночки. Обкрашивать нужно аккуратненько. Рядом с предметами, если тебе толстой кистью трудно обкрашивать, можешь взять тоненькой кисточкой. В общем, работай так, как тебе удобно. Удобно тебе тоненькой, значит, тоненькой вокруг предметов. Удобно толстой, толстой быстрее получается. И вот в этих тоже промежуточках, вот эти вот дырочки мы закрашиваем цветом фона, потому что эти это дырочки у нас, дырочки вот так. В ручках, вот в этих дырочках тоже, это фон. Мы его закрашиваем цветом фона. Мазочки растираем. Или белый, или хочешь, прямо из баночки берешь яркие цвета, закрашиваем. И здесь. То есть, видишь, у меня здесь использован не один цвет. Почему не один? Тогда получается такой больше красок и живописно получается. Живопись. Не, так, тогда получается разводы от красок, краски смешиваются, дают новые цвета какие-то между собой. Это придает работе живость такую. И внутри вот сушечек, вот эти вот дырочки, их тоже нужно закрашивать цветом фона.
цветом фона. То есть вот я в разных местах такие вот, используя разные цвета, желтый, оранжевый, красный, немного белого беру. Вот такая, такой получился фон интересный. Теперь нужно выбрать, если ты не успел фон сделать, то ставь на паузу, да, рисовывай фон и после этого включай видео дальше. А мы продолжаем. Нам нужно придумать, какого цвета будет скатерть на столе. Она может быть совершенно любого цвета. Скатерти бывают разного цвета. Поэтому ты можешь выбрать, какой цвет будет в скатерти, и закрасить тем цветом скатерть. Я сделаю зеленую скатерть. Я беру прям зеленый цвет. Так как у меня зеленых два, то я могу использовать также для скатерти два зеленых. То есть я одним покрасила, взяла другой цвет зеленого. Тут же перемешала их между собой вот здесь. Они тоже будут давать тогда разные оттеночки. Сейчас скатерка у меня будет вот эти вот промежутки. Мы закрашиваем тоненькой кисточкой. И дырочки вот здесь. Это дырочки, поэтому видно скатерть. У чашки вот тут вот, где ручка, внутри это фон. И вокруг ручки вот так. Тоненькой кисточкой можно вот аккуратно вот здесь вот рядом с ручкой, рядом с самоваром прокрасить. Так, скатерть готова. Тут еще фон забыла закрасить. Посмотрите, вот у ручки, вот здесь у чайника дырочка тоже. Вот здесь должен быть цвет фона. Отлично. Сушки нам понадобится охра. Это вот такой цвет, не желтый, не коричневый. Между желтым и коричневым. Сушечки закрашиваем. Тоненькой кисточкой.
сушечки. Внутри вот эту вот часть, где налит чай, нужно закрасить коричневым. Посмотри, вот до линии вот здесь вот налит чай. Вот здесь мы закрашиваем коричневым. Чайник сделаю. Смотри, мы белым оставляем носик, ручку и крышечку. А сам чайник сделаем голубым. Для этого мы поставим на нем синие точки. И белой красочкой разотрем эти точечки. Чайник. Если на носик, на крышку и на ручку попал цвет фона, то нужно подождать, чтобы высохло, и чистой белой красочкой перекрасить. Вот так беленьким. Ручку беленьким закрашиваем. Крышечку и беленьким закрашиваем носик чайника. Чашка. Чайная чашка. Тоже бывает разных цветов. Совершенно разных бывает цветов чашки, тарелки. Поэтому можешь выбрать любой цвет, какой хочешь. У меня будет чашка красная. Прямо из баночки я вот эту беру. Вот эту внешнюю часть закрашиваю красным. Также чашка может иметь и ручку такого цвета, и внутри может быть такого цвета, но я оставлю внутри, так только обведу тоненько. Если не можешь обвести тоненько, оставь, лучше потом обведешь карандашиком верхушку, а внутри вот у меня будет чашечка белая. И ручка может быть тоже либо такого же цвета, либо белую, как у чайника, может остаться. Как хочешь. Так. Или уж закрасить мне внутреннюю часть вот эту вот красненьким. Закрашу. Вот, у меня вся чашка будет такого цвета. Так, хорошо. Тарелочка, на которой лежат конфетки. Тарелочка. Также может быть любого цвета, а может быть такого же, как чайничек, чтобы поддержать, да? Раз у нас здесь голубой, чтобы не был только чайник голубой. Я вот с внешней стороны ставлю точечки синенькие. Беру белую красочку, растираю вот эту вот до... линии вот этой вот. Не всю тарелочку голубым, да, Татьяна? Делаю. Причем, смотри, вот с этой стороны нужно, чтобы было посильнее голубеньким, то есть посильнее, чтобы было синий, больше синего. Вот так. Вот. А внутри тарелочка либо может остаться беленькой. Либо тоже быть голубой, но только светлее. Я оставлю белый. Конфетки могут быть всякого разного цвета. Фантики у конфеток могут быть разного цвета. Можно даже их в полосочку сделать. Разноцветные. Но делай разного, не одинаковые конфетки, чтобы поярче получилось, да? То есть разных цветов добавляй туда,
конфетки. На чашке чайной можно сделать белые горошинки. Для этого нужно очень хорошо промыть кисточку, взять и дождаться, чтобы высохла, конечно, чашка, и нарисовать чашку в горошек. Такую. Так. Если хочешь, можешь чайничек сделать тоже в горошек. Или в белый, или наоборот в синий темный, да? Вот так. Теперь нам нужно дождаться, когда высохнет работа, чтобы немножко ее обвести или карандашом, или фломастером. Давай немножко подождем. Так, ну что, нам нужно теперь обвести фломастерами изображение. Нам понадобится несколько цветов. Ну, сушки в первую очередь нужно обвести коричневым фломастером. Можно на этих сушечках даже какие-то немножко точечки нарисовать, маком посыпанные, да, сушки. Обводим. У меня еще не совсем высохло, жалко. Но надо, чтобы обязательно высохшая была работа, иначе фломастеры испортятся. Если у тебя еще не высохло, то лучше взять коричневый карандаш. Карандаш не испортится. И обводить тоже. Можно также и карандашом. Вот. Ниточку эту мы обязательно проводим, на которой висят сушки. Вот. Не забываем, да? Немножко нарисовать точечек. Мак посыпан маком, да, у нас. И сушечки. Ты любишь сушки с чаем? О, вкусные сушечки с маком посыпанные. Это никакие сушки. Да, на которые висят. Хорошо. Значит, можно взять теперь черный. Мы обведем самовар. Поправляем, то есть мы рисуночек поправляем заодно. И будет хорошо вот наш самоварчик видно. То есть вот эту подставочку обвели. Обводим сам вот этот вот круг. Рисуем на самоваре черным вот такие сверху до самого низа полоски в любом месте. Вот так вот. Обводим ручки. Кранчик. Помнишь, у нас был здесь кружок? Мы его подрисовываем. Если хочешь, давай сначала дорисуем сам самовар. Подставку внизу.
Вот. Чайничек. Можно черным, можно синим. Вот какого цвета у тебя чайничек, можно тем цветом обвести. И ручку, то есть полностью. Горошинки обводить не надо, кружочки вот эти. Чашку. Смотри, мы обводим вот этот вот овал прежде всего. Вот так. И вот эту дугу. И вот эту подставочку. Потом ручку. Тарелочку тоже. Сначала овал. Потом вот эту дугу и подставочку на тарелке. Также можно обвести вот эту линию стола, где у нас фон разделяется со скатертью. Да? Ну и конфетки. Я не буду конфетки обводить, они у меня еще не высохли. Ты можешь, если у тебя высохло все, обвести еще конфеточки. А синим или голубым можно нарисовать, водичка льется из кранчика. По фону, если он у тебя высох, можно нарисовать узоры. Посмотри. Это могут быть или кружочки, или вот такие вот капельки. Капельки могут быть в разных направлениях. Но если ты рисуешь узор на фоне, то это нужно сделать везде, да? Везде-везде, где есть. Внутри этой капельки я рисую кружочек. Внутри капельки кружочек беру, другой какой-нибудь фломастер и рисую маленькие точечки вокруг капельки. Значит, эту работу можно разделить на несколько дней, потому что она долгая, да, очень много работы. Поэтому ее можно рисовать не за один день, а целых 3 дня можно ее рисовать. В один день нарисовать рисунок, во второй день раскрасить красочками, а на третий день доработать фломастерами. Когда у нас много деталей на картине, она обогащается, становится более интересной. Поэтому лучше сделать несколько дней, но сделать все. Сделать все. Так, и внутри кружочка еще возьму какой-нибудь зеленый возьму. Сделаю зелененький маленький кружочек, чтобы вот этот зеленая скатерть не была такой одинокой, но чтобы у нас и на фоне
тоже появился вот такой вот зелененький чуть-чуть цвет. Ну и, пожалуй, что все. Наш натюрморт готов. Можно пить чай, приглашать гостей. Фотографируй свой натюрморт, присылай в группу «Маленький художник», чтобы и я могла посмотреть, что получилось у тебя. А сейчас пока-пока!